Организаторы сегодняшнего мероприятия вознамерились попасть в Книгу рекордов Гиннесса, приготовив самый длинный чучук длиной 110 метров. Бить рекорды решено и по бешбармаку. Чтобы это случилось, приготовить нужно не меньше тонны блюда, а лучше больше. Вареного мяса в готовом изделии получилось 500 килограмм. Примерно столько же в нем и теста. Общий вес блюда превзошел ожидания. Повара приготовили 1 464 килограмма вкуснятины, а еще самый длинный чучук – 117 метров. На площадке торгового центра развернулись настоящие гуляния, где жители не только сами едят бешбармак, но и угощают друг друга. Очень прекрасно. Попробуйте. Попробуйте, не пожалеете. Попробуй. А то не получится у нас эта передача вкусная. Попробуй. Очень вкусно. Регистрация кыргызского бешбармака в Книге рекордов сейчас зависит от оценки ее редакторов, которым посланы все необходимые для этого фото, видео и прочие материалы. Да, мы сами все фиксировали. В качестве независимых свидетелей выступили два повара из Швеции и два повара из Италии. Ответа от официальных представителей Книги Гиннесса остается ждать еще около 2 недель. И только после этого мы узнаем, стал ли наш бешбармак рекордным на самом деле. Олеся Цурикова, Урмат Усенов, телеканал «Апрель».